Здорово, мужики, бабы, не определившиеся, я Адонис, и мы продолжаем проходить Калисто Протокол. Посмотрите, какой у нас прекрасный снежный вид за окном, такой новогодний. Это, ой, гляди, сейчас Санта-Клаус пролетает на своих оленях. А мы движемся туда, под этот купол. Оказывается, наш дружок темнокожий работал здесь. За что, интересно, его пленили? Что он такое сотворил? У него есть свои скелеты в шкафу. Но пока он нам помогает. Как минимум временно он наш напарник. И еще вокруг да около ходит эта китаяночка интересная, загадочная, с которой, кстати, все начиналось. Это первое существо, первый человек, которого мы вообще в игре увидели. Ага, тут можно немножко полутать. Музыка. Что-то такое китайское народное напоминает. А, но у нас только один путь. Вот сюда, правильно? Ага. Как же хорошо в шапке. Идеально. И неизвестно, какие у меня там волосы. Жилой купол. Иероглифы сверху. Как такой стиль называется? Космический, технический, как здесь. То есть вроде бы все из будущего, но такое заводское, в масле, потертое. Я обожаю это все. Ну это великолепно. Я не знаю, нет ничего красивее. Как будто прям на заводе работаю. Эх. Тут бы ключиком подкрутить. Просачивается жидкость. Бардак. Ну, очень красиво. Шикарно. Я думаю, эта игра классно смотрится тоже. Что немаловажно для летсплея. О, лекарство. Так, ну и где эта запись? Мусор? Выбор за вами. Триста монет есть. Давайте магазин увеличим. Сколько пуль будет, как думаете? Я думаю, 8. Приятного юпитерского дня. Да, детка. Все, больше не хватит. Десять? Нифига себе, это очень солидно. Прям серьезно. Шикарная музыка. Вода. Переработка, очистка, наверное. Перерождение воды из саков в питьевую.
прямо как в Дюне. Там специальные костюмы были. Плиточкой все выложено. Красиво, культурно. Так, что-то тут сейчас произойдет. Ну что долго не происходило. Должно быть. Босс какой-нибудь выскочит. Запись 21A. Наконец-то меня перевели на переработку отходов. Ну и дыра. Но ходят слухи, что здесь есть лазейка. Трубопровод от цистерны 6 идет прямо к куполу. Это красная труба. По ней оттуда идут стоки. Нужно следовать за ней. Ага. Ну, конечно, странно, что он так разговаривает вслух. Ну, ладно, это... Должен быть другой. Допущения игровые. Я не против таких вещей. Ну, типа, трансляция его мыслей. А если подвинуть этот ящик? Вот. О, он еще и на подушке. Удобно-то как. А залезть на него? Угу. Нет, зачем залезать-то? Зараза. Я не угадал, получается. Тут просто сценка была. Так, что это был за подгруз такой? Подгруз лута? Что-то надо использовать. Перезарядиться? А до магазина мы сейчас не вернемся. Вообще, если бы я был создателем таких игр, я бы купировал бы обратно путь к магазину. Это мешает только геймплею. Но раз можно, то надо пользоваться. Да, ты смотри-ка, вернулись. Хорош. Принтеры Оюка. Приятного юпитерского дня. Улучшение скорости перезарядки силовой перчатки слабое. Увеличивает скорость перезарядки силовой перчатки за счет дополнительных теплоотводов. Завершена. Получается, все первого уровня мы сделали. Дальше дороже будет стоить. Самый дешевый пистолет. Увеличение урона 600 стоит. Подкопим. Слушайте, я ящик этот перетаскивал. По-моему, он сам вернулся. Хорош. Так, надо вышибить, наверное, эту дверь. Нет? Нет. А, все, вижу. Что-то тяжелое. Что это было? Какая-то махина. Наверное, к боссу все-таки ведут. Ой, дерьмо. Вот, очистка. Это не просто дерьмо. Отборная хрень. Ох ты. И будут вылезать дерьмо-демоны сейчас. Было бы круто. Ах ты ж скотина. Нет, я не буду это делать. Холера. Кровь и дерьмо.
Ведьмаке было кровь и вино, тут кровь и дерьмо. И размешивается. Дерьмо эстетика. И звуки хорошие. Сохранение было. Странно, что только один враг из дерьма вылез. Сцена-то хорошая была. Не выжили. Не выжили из нее. Ух ты. А, ну тут еще дерьма хватит на всех нас. С запасом. О боже мой! Он еще живой, ты человек! Держись, братишка! О, что-то новое! Хваталка! Утащила к себе в логово. Блин, страшно-то как. Что это? Запись 21C. Охранники сменяются, нужно поторопиться. Я отследил трубу до цистерны 6, но не вижу, как забраться внутрь. Нужно как-то попасть туда. Значит, нам тоже. Ух ты, хороший проходик. И здесь тоже. Ведь откуда? Восхитительная игра. Прям вообще. Вот по мне. А это что у нас? Перезарядка? А, лекарство. Ну, жизни все вообще. Энергия вроде вся. Слишком маленький инвентарь. Ну, наверное, сбалансировано. Кругом рубашки. Блин. Ну, лекарства используем. Хорош. А, можно было его распять здесь. Не заметил. Ага, тут проходик есть. Еще одна распиналка. Ну, я думаю, мы вернемся туда и в дырку слазим. Не волнуйтесь. Да, поначалу я пропустил немало таких мест, шкафчиков. Потом больно было при монтаже смотреть. Куда я иду? О, запись. Прошло примерно 3 часа после запуска. Скорость эволюции поражает. Природный камуфляж, биофагические выделения. Как будто организм приспосабливается к окружающей среде или приспосабливает окружающую среду к себе. Будь ты проклят, Коул, что ты наделал? Коул? Да типа безумный ученый какой-то.
Так что, мы просто по кругу прошли? Запись взяли? Ладно, полезли в дырку. Видимо, это верный путь. Да, сохранение подтверждает мои домыслы. Скальная порода. Куча мяса, крови. Ох. А, это логово того ублюдка тут, наверное, где-то. Сразу. Я лекарства не взял, кстати. Лишнее. Напрасно. Я слышу, кто-то ходит, там бродит. Необходим предохранитель. О, нитель, вижу там. Собаки. Вот он. Что интересно их стриггерит? Зря я хожу на картах. Ах ты тварь! Наверное, этого было не избежать. Да куда ты смотришь? Это было знакомство. Как правило, такие сцены обязательны. Чтобы показать монстра. Сильный удар. По нему можно. А, и все. Слабый какой-то. Не, просто блювота. У него, казалось, там яйцехват полетел. И второй предохранитель. О, и запись. Электричество отключается, дверь не открывается. Типичная конструкция Уюка. Нагрузка слишком большая. Нужна дополнительная мощность. То есть два блока предохранителей. Стоп. Что это была за хрень? Та самая хрень. Там я все взял? Что-то много зеленого. Это просто подсветочка. Модная, молодежная. Сейчас она вылезет, эта скотина. Нет, обманывают меня. Это хорошо. Не совсем банально действует. А, вот проход. Нужно идти за красной трубой. Почти как за белым кроликом. А, значит, это ответвление, логично. Я знаю такие штучки. Может, еще тайная комната будет какая-нибудь? С иллюминатами.
Кладовая 253. Не забывай, гражданин Оюка работает эффективно. Да. Гражданин Оюка, это звучит гордо. Это столовая, да. О! Немножко здоровья. Вы играете поездку на станцию Европа. Нельзя купить? А, да, 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 да. Заключенные выиграют поездку. Угу. Вот он, гвоздь этой программы. Грустно звучит. Значит, не зря я там лекарства не брал. Видите, и так не хватает мест. Что мы можем использовать? Кредитики, неплохо. А это разбить нельзя? Так, погодите, это красная. Это мы закольцевали здесь, получается. Вот отсюда мы вышли, выходит. Вот оно что. А до этого нельзя было сюда попасть? Ладно. Ой, опять в дерьме. Это более жидкая уже, более качественная вода. Видите, очищенная немножко от примесей. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут бы динамитом глушануть. Я думаю, от такого браконьерства никто бы не отказался. Даже в полиции подержали бы. Равим во мне бдит. Не безопасные все. Да они безопасные, твари. Ублюдки. Ну всех разбивать это нереально. Кредитики. Кстати, бежать не могу почему-то. Типа очень опасное, страшное место. У меня все закоулки злачные смотрел. Хорош. Мастерская закрыта. Эх,
странный такой звук записи там есть. Нет! В конце издает его. О, магазинчик. Прекрасно. Принтеры Оюка к вашим услугам. Принтер. Девятьсот единиц денег. Давайте дубинку улучшим. Банально повышение урона увеличит наносимый урон за счет перегрузки регуляторов энергии. Опасная штука. Печать завершена. Как говорится, пуля дура, штык молодец. Дубинка еще лучше. Так, это, видимо, дальше путь, а это, скорее всего, ответвление. Давайте-ка посмотрим. Или я отсюда... А, я отсюда пришел. Это мастерская. Все, понятно. Все закольцевалось. Все стало на свои места. Нах ты, тварь! Да ну, заразы, пошли прочь! Одним выстрелом? Практически дробовик у меня. Да, он как-то стреляет так по плоскости. Что было, кстати, логично в Dead Space. Там же это инструменты были. А что мы открыли? Ну что это открыли? Обратно в дерьмо. Обратно в камеру-то получается. А, не, во-во-во. По красной трубе идем. Тут обшитые трубы, смотрите, для сохранения тепла. Свет снова. Все, с дерьмом закончено, наконец-таки. Ой-о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 й. Ну-ка, новая дубинка с новой силой. Хорошо, вот это кайф. Теперь никакие враги ни почем. Шик. Вид как на Марсе прямо. Че, Дум даже вспомнился третий. Зря сагрил. Ой, ты тварь, надо. Ну как же ты так успел? Вы видели? Враг еще далеко находился, но когда я нажал сильный удар, он раз-раз приблизился. Окей! Ух ты, скотина! О, нет, лут! О, лут! Эх ты, собака! Ну, кстати, жизни еще много осталось даже. На этого я распнул? Видимо, да. Вот из этого не хочется энергетикой пользоваться, швырять их. Лут теряется.
А у нас есть, да? Предохранитель. Надо все осмотреть сначала тут. На предмет ценного имущества. А, не, видимо, там не было предохранителя у меня. Теперь понятно. Ну давай! Хорош! По-моему, новая добивалка была. Хорош! Взрывалка. Очистка 206. Сейчас бы сзади враг какой-нибудь появился, я бы взорвал красиво. Ну-ка, получаю. О, блок попал. Да скотина! Успей вылечиться, ну! Это было на грани, все закончилось вообще, и здоровье, и энергия, патроны. Не, энергия, наверное, еще немножко осталась. Хорош. Прикольно, когда так не по плану идет, но ты выживаешь все равно. Самое классное. Тут мы все взяли. Отлично, отлично срежиссировано все. Образцовая игра. И сколько можно, псы? Лут теряется, жаль. Давай, в рукопашечке с тобой, дружок. И ударил все равно. Очень быстро убиваю. О, блок аккумулятора. Прекрасно. А что, он не использует сразу? Давай используем. Чтобы потом время не тратить. О, пуль мало стало, но я стрелял направо и налево, да. На пистолет? А, я ж вроде прокачал урон, да? Но все равно медленно убивает. Бронированное стекло. Уши потеют. Как думаете, это доп путь? Похоже на то. Ой, красивая тень. Обожаю.
Что-то очень хорошо для ответвления, не находите? Я думаю, что это основной путь будет. Не знаю даже. Ладно, все равно мы туда вернемся. Как ни крути. Ушел, собака. Видимо, сюда понадобилось бы все равно идти. Костюмчики. Химзащиты. А что это за помещение такое? Пульки, прекрасно. Не будешь одевать? Переоделся бы. Шлем-то ладно уже. Ай-яй-яй-яй-яй, ползает скотина. Что здесь происходит? Какие-то исследования ужасные. Мунбел имя у него. Лунный колокольчик. Какие-то растения. Ты с них пошел этот мутационный вирус? Блин, все заполнено. Ну как же так? Обидно. Ну, очень маленький инвентарь. Это получается действительно ответвление просто очень хорошее. Интересное. Возьмем с собой. Оно, он, скорее всего, понадобится. Без него не выйти. О, новенький. Как быстро! Хороша дубинка, радует.
Вот и она. Шестая цистерна. Помещение большое. Может, магазинчик будет? Запись 21И. Кажется, я понял, как добраться до купола. Нужно опустошить цистерну. Затем по лестнице подняться до люка. Элиас, ты там закончил? Нет, сэр, последние штрихи. Но сперва надо подсмотреть код от панели у охраны. Блин, ну классно. Все как положено сделано. Очень интересно. Нужно найти охранника. Доступ запрещен. Необходима карта доступа. Требуется авторизация. А, все, будильничек. Говорит, что все. Пора заканчивать. Всем, кто смотрел, благодарствую. Оставляйте комментарии.